Доброе время суток, мои дорогие друзья. Сегодня необычный день. В ночь с 6 на 7 начинается наш женский любимый праздник Ивана Купала. Я не могу вас не поздравить, но в данный момент я совершенно занята борьбой с сорняками. Поэтому я вам покажу прошлое видео, которое я сняла, но уж извините, что нового нет. Но скоро появится новое видео с нашей любимой прекрасной посудой. До встречи, мои дорогие! Поздравляю вас с праздником! И хочу, чтобы в нас, ну, как всегда, было сильно наше женское начало, чтобы мы каким-то необъяснимым колдовством оставались столь же прекрасны, юны, красивы и здоровы. Обнимаю всех.